Искристый лед, коньки и зажигательная музыка. На катке в парке Малевича прошла первая ночная дискотека, посвященная Дню студента. Здравствуйте! Здравствуйте. Мой студенческий. Так. Ну, студенческий у вас немножко просрочен, но я вижу, что в душе вы настоящий студент. Ладно, вы проходите. А вы знаете вообще, что сегодня здесь будет? Расскажите, пожалуйста. С радостью. Смотрите, сегодня помимо обычных катаний, приуроченных ко Дню Татьяны и к Дню студента, у нас сегодня настоящие тренера к нам приехали, которые помогут всем желающим научиться, ну, если не гениально кататься, то как минимум уверенно стоять. Владислав и Алина – одинцовские студенты. Им нравится кататься на коньках. Успешно сдали трудный экзамен и пришли танцевать, говорят ребята. Мы из одной группы вообще пришли все. Мы тут еще с компанией, с одногруппниками. Вот. Решили, да, просто таким образом отметить окончание сессии. По-новогоднему украшенный парк, активности на воздухе, лотерея и танцы на льду. По словам участников дискотеки, такое событие они точно не могли пропустить. Здесь очень красивая архитектура, а сейчас особенно к Новому году так наряжено, он красиво. Поэтому не смогла оказать себе удовольствие и приехать сюда посмотреть. Люблю дискотеку, тем более на коньках. Это такой определенный свой вид спорта, где можно послушать музыку, насладиться зимой. Активно и зажигательно прошла ночная студенческая дискотека. В ней приняли участие около 100 человек. Похоже, в нашем округе появилась новая традиция. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».